сеянец, ну, такой простенький, 1368, махровые фуксиевые цветы, ну и в такую вот белесую точечку. Ну, скажем так, цветы держатся, вот, вот они уже тут изгнили. Он у меня шапкой так стоял, я все думал, заснять его или не заснять. Ну вот решил показать тоже. Цветши нужно. Беспроблемные, беспроблемный сеянец. Розетка самоформирующаяся, я смотрю. Ну, то есть не загущается. Ну и, наверное, скорее всего, выращивать его нужно в одну розетку. Ну, такой, в общем-то, простенький, но веселенькие, в принципе, цветочки. Для выставки, для выращивания на выставку, наверное, годится. И для промышленного тоже.